Мы по поводу концерта Ярмака. Сьогодні. Директор футбольного стадиона? Раздевалки будут? Только раздевалки и будут. А вот в метро читать рэп и продавать пластырь? Агентство ритуальных услуг. Угу. Администратор стриптиз-клуба? Это я себе. Остался последний вариант. Ваше творчество мне нравится. Но есть, ребята, одно. Як гартувався стайл? Сьогодні о 20-й. Зроблено на НЛО-ТВ.